Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Большому городу больше школ и детских садов. О строительстве социальных объектов и инфраструктуры говорили сегодня в городской администрации. Анапчане снова покорили Европу. 7 анапских каратистов разобрали комплект наград на престижных соревнованиях в Германии. И шьет, и вяжет, и в конкурсах выигрывает. Как кот Султан принес анапчанке победу на краевом конкурсе и чему сегодня учат в школе. Сегодня городские депутаты согласовали кандидатуры на должности заместителей главы, в том числе куратора ключевой для города санаторно-курортной отрасли, который сообщил нашей телекомпании о своих действиях и планах после утверждения в должности. Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями теперь будет возглавлять Александр Амфилатов. Управление кадровой политики и противодействия коррупции – Оксана Мозговая. Она достаточно давно работает в городской администрации и занимается кадровыми вопросами. Также согласованы кандидатуры Анжелы Студеникиной на должность заместителя главы, курирующего имущественные отношения, и Эдуарда Балмашева на должность заместителя главы по санаторно-курортному комплексу. До этого он работал в администрациях Краснодара и края. В первую очередь это ликвидировать всю несанкционированную торговлю, которая располагается как на пляжах, так и по всей Анапе, навести порядок именно в этом направлении, потому что все, кто к нам приезжает в Анапу, все жалуются на то, что полностью у нас один большой рынок, а не, скажем так, курорт, на котором надо отдыхать, где должны быть лежаки, где должны быть зонтики, у нас там везде кругом почему-то расставлена торговая деятельность, осуществляется везде. Я думаю, мы справимся. У нас все в порядке с нашими контрольно-надзорными органами, совместно будем действовать. У нас возобновляется работа межведомственной комиссии, которая действовала 3 года назад. Почему-то она не работала 3 года. Сейчас мы возобновляем эту работу. Я думаю, мы будем совместно со всеми наводить порядок. Сколько детских садов и школ будет построено в Анапе в ближайшие годы? И как обязать застройщиков выполнять социальную задачу – инвестировать не только в возведение коммерческих площадей и жилья, но и в создание инфраструктуры для комфортной жизни? Об этом сегодня шла речь на очередной сессии Совета депутатов. Инициатором обсуждения стал исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков. Основным докладчиком – заместитель главы Людмила Мурашова. Только за последние 5 лет численность населения Анапы увеличилась на 32 тысячи человек. Школы, детские сады и медицинские учреждения переполнены. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова рассказала о социальных проектах, над которыми работает администрация. По детскому саду «Орленок» на улице Крымской пройдена экспертиза. Муниципалитет ждет разрешения на строительство от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. При положительном решении в первом квартале 2018 года начнется стройка. Сегодня, на мой взгляд, необходимо привлекать инвесторов, застройщиков к строительству объектов социальной значимости. У нас сегодня уже есть один пример, это строительство детского сада на улице Лазурной, строительство здания СУКУ, один еще инвестируемый проект, там большой корпус на 28 мест, плюс зал спортивный и музыкальный, это детский сад Зореньков в селе СУКУ. Нам построит это здание ООО «Уралстройинвест» и безвозмездно передаст муниципальную собственность. Строительство здания в хуторе «Рассвет». Сегодня достигнута договоренность. Они хотели там построить быстровозводимый модуль, но все-таки мы приняли решение строить там тоже здание серьезное для того, чтобы мы могли уже детей туда разместить и сдать его и принять как положено. Это на 40-50 мест. Растет количество учащихся в школах. За последние 5 лет в Анапе стало на 7633 школьника больше. Порядка 300 миллионов рублей на условиях софинансирования получит муниципалитет в будущем году на возведение пристройки к зданию 6-й школы. Проект прошел экспертизу, а это плюс 400 мест для учеников младших классов. Участок на Спортивной 35 и еще одна зарезервированная площадка под школу. Мы получили добро на то, чтобы начать там проходить экспертизу. 1 января мы должны уже заключить договор и целый год заниматься проектированием этой школы. Что значит, мы получили добро? Министерство образования рассматривает
рассматривает вопрос о том, чтобы потом нас включить опять же на условиях, так же как на 400 мест, на условиях софинансирования строительства в Анапе вот такой школы на 1000 мест. Я считаю, это грандиозный проект. Сейчас мы ведем изыскательские работы. Больше полумиллиарда необходимо на строительство школы на Ленина 191. Огромная для местного бюджета сумма. И одно из предложений – государственное частное партнерство. В этом вопросе необходимо заручиться поддержкой застройщиков. С проектом обращения в их адрес, а также с рекомендациями для администрации города выступил зампредседателя Совета депутатов. Совет муниципального образования город Анапа рекомендует администрации муниципального образования город Анапа приостановить выдачу разрешения на строительство многоквартирных жилых домов до разрешения проблемы нехватки объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Решить по-настоящему острую проблему, которая касается всех анапчан, возможно лишь в плотном взаимодействии всех ведомств и структур. Только тогда это будет работа на результат, уверен Юрий Поляков. Застройщик строит там 5 от 20 этажей. Вот такое красивое объявление. Везде идет. До школы 60 метров, до садика 100 метров, до моря 200 метров. Парковки нет, садика нет, школы нет. Он дает такие объявления. Люди начинают, как ошалевшие, покупать квартиры у него, да? Мы потом что будем делать дальше? Любой микрорайон, построенный там за 2-3 года, ну не микрорайон, там застройка 5, допустим, 20 этажек, это плюс сразу 300-400 детей. Плюс 300-400 автомобилей, которые надо куда-то поставить. Мы что будем делать? Просто еще год, два, три, ну максимум пять, и все просто станет. Завтра состоится заседание Президиума Совета по вопросам строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры и завершение строительства объектов долевого участия. На него для конструктивного диалога пригласят застройщиков Анапы. Делегация из Анапы под руководством исполняющего обязанности главы города-курорта приняла участие в региональном совещании по вопросу санаторно-курортного лечения, которое прошло в Геленджике. Оно объединило около 300 представителей региональных ведомств – Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, здравоохранения, труда и социального развития, а также территориального фонда ОМС, Кубанского государственного медицинского университета, руководители медучреждений, предприятий санаторно-курортной отрасли. Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, в регионе уже разработан план по увеличению потока отдыхающих в межсезонье. Санатории и пансионаты сегодня предлагают поправить здоровье и пройти курсы реабилитации по более чем 500 программам самой разной направленности. В этом должно помогать в том числе и межведомственное взаимодействие здравниц и поликлиник. В ближайшее время Министерство курортов края обеспечит медиков полиграфическим материалом с информацией о лечебных и оздоровительных программах краевых здравниц. Мировой отечественный опыт показал, что наиболее эффективный канал продвижения – это как раз консультации практикующих врачей, тех людей, которым доверяют пациент в стационарных учреждениях. И как раз распространение информационных материалов в поликлиниках и больницах. Поэтому мы подготовили информационное обеспечение полностью. Это и наши буклеты, проспекты, где структурировано и по территориям, по показаниям, по направлениям лечения, по заболеваниям, удобно, презентабельно, чтобы было на рабочем столе у каждого врача. Курортные территории региона становятся все популярнее в межсезонье. И в этом направлении необходимо развиваться дальше. Положительным опытом поделилась Анапа. Благодаря постоянному развитию лечебной и бальнеологической базы санатории курорта никогда не пустуют. На протяжении многих лет Анапа уверенно удерживает статус всероссийской здравницы. Всемирная федерация воды и климата лечения ФИМТЭК 4 раза признавала Анапу лучшим бальнеологическим курортом. В расчет брались не только богатые природные, лечебные, рекреационные возможности, но и медицинский потенциал. Многие специалисты сегодня называют Анапу центром российской курортологии. Кроме того, именно у нас были заложены основы отечественной детской курортологии. Наш город располагает более чем столетним опытом эффективного санаторно-курортного лечения. Сегодня у нас работают 69 санаторий и пансионатов, 47 из которых круглогодичны. По состоянию на 17 октября на территории Анапы было размещено 3 миллиона 687 тысяч туристов, прибывших на отдых, оздоровление и лечение.
Программу по межведомственному взаимодействию санаториев и поликлиник начнут реализовывать в самое ближайшее время. До конца октября Краевое министерство курортов планирует провести информационный тур для представителей медучреждений по здравницам края. Кроме того, уже стартовала краевая программа «Южная здравница», в которой участвуют около 40 бальнеолечебниц, санаториев и пансионатов. По этой программе в период с сентября по май санаторное лечение с проживанием обойдется жителям Кубани и соседних регионов в половину стоимости путевки. На улице Озерная хутора Чембурка зашла большая техника. Там приступили к отсыпке дороги щебнем. Накануне местный житель обратился к исполняющему обязанности главы Анапы с просьбой о ремонте дороги и освещении улицы. Юрий Поляков поставил задачу перед управлением ЖКХ выполнить работу в течение месяца. Сегодня рабочие уже приступили к выполнению поручения. Сначала дорогу выравнивают и подготавливают к укладке дорожного материала. Затем отсыпают щебень и проводят грейдирование. Улица Озерная насчитывает порядка 17 домов. Во время дождей дорогу размывало. Преодолевать путь до дома жителям было трудно даже на машине. На наше обращение исполняющий обязанности мэра города отреагировал очень положительно. По поводу грейдирования дороги и отсыпки щебнем был положительный результат. И по поводу освещения. Мы очень благодарны, что все-таки власть как-то обращает на граждан внимание. Последний раз эта дорога ремонтировалась 4 года назад. Щебеночное покрытие порядком износилось, пришло время его обновить. Всего на ремонт дороги выделено 80 кубометров щебня. После завершения дорожных работ на улице Озерная приступят к установке столбов под освещение. В Анапе определили «Мисс студенчества 2017». 6 финалисток показали зрителям свои таланты и креативность. Каждая оценивала компетентное жюри. Помимо основной награды был разыгран и приз зрительских симпатий. Конкурс состоял из нескольких этапов – визитная карточка, оригинальный видеоролик, импровизация и дефиле. Девушки постарались в полной мере проявить все свои таланты. В этом им помогали группы поддержки. Жюри оценивало не только номера, но и наряды конкурсанток. Платья девушки сделали своими руками из подручных средств. В этот раз конкурс был посвящен году экологии в России. Здесь все абсолютно участницы проявили творческий подход, талант. Каждая продемонстрировала не только свой костюм, это была какая-то достопримечательность нашего города, либо это морской песок побережья, либо это ореховая роща. То есть здесь тоже была презентация не только самого костюма, но и того места, которое любимо нами, любимо анапчанами, любимо гостями нашего города. Они вот в такой интересной творческой форме смогли его обыграть. По результатам конкурса первое место заняла Арина Романова из Анапского колледжа сферы услуг. В этом году впервые был разыгран приз зрительских симпатий посредством онлайн-голосований в соцсетях. Любой желающий мог отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку. Всего проголосовало порядка 6 тысяч человек. В итоге приз зрительских симпатий достался Екатерине Чебан из Анапского сельскохозяйственного техникума. Все участницы получили ценные призы, а мисс студенчества – сертификат на фотосессию у профессионального фотографа. Анапчанка заняла первое место в краевом этапе конкурса «Зеркало природы». Теперь ее картина «Кот Султан», выполненная из шерсти, отправится на всероссийский конкурс, где жюри из 70 проектов выберет лучшие. Шерстяная картина – не единственная работа Вероники. Юная рукодельница шьет одежду, мастерит топиарии и куклы-обереги. Однако жизнь планирует связать с далекой от творчества профессии. Оригинал этой картины находится у организаторов конкурса. Вероника признается, долго выбирала тему и продумывала технику. Когда ей предложили сделать картину из шерсти, сразу вспомнила о коте своей бабушки. Технику валяния школьница в совершенстве освоила на уроке технологии. Так что работа была закончена за несколько дней. Я изобразила именно кота, потому что в детстве у моей бабушки было 3 кота. А этот был самым моим любимым котом. Я его очень сильно запомнила и решила сделать картину именно с ним. Вообще мне нравится рукоделие. С бабушкой, когда я была маленькая, в садик я не ходила, я сидела дома с бабушкой. И она меня, чтобы развлечь, показывала мне всякие разные поделки, как делать. Мы с ней вместе сидели и делали. Я думаю, что во мне такое желание бабушка пробудила именно к рукоделию. У каждой поделки есть практическое применение. Например, это декоративное дерево, топиарий, служит украшением дома. Собственными руками Вероника сделала и ангела домашнего уюта, популярную сегодня куклу Тильду. Ученики 9-й школы не раз участвовали в творческих конкурсах и почти всегда занимали призовые места. Я рада за своих учеников. Они должны получать, достигать больших результатов, чем мы. Такие звездочки должны раскрывать свои таланты.
В этом классе множество работ, выполненных школьниками в разных техниках. Подделки и картины из бисера, ткани, бумаги. Многие из них – дело рук Вероники Смирновой. Но несмотря на девичьи увлечения, школьница мечтает освоить далекую от творчества профессию – поступить в военное училище. У меня брат военный, и он как бы подал мне такой пример. Я вообще патриот своей страны, и я считаю, что это мой долг. Какое место займет анапчанка на всероссийском этапе конкурса, решит жюри. Но уже известно, что победитель получит путевку в детский лагерь. И еще о победах анапчан. Воспитанники спортивного клуба «Самурай» с триумфом вернулись с чемпионата Европы по карате Киокушинкай, который прошел в Германии. И из 9 спортсменов награды взяли 7. Это финальный бой. Мужчины в весовой категории до 80 килограммов. Анапчанину Олегу Токареву 19 лет. 12 из них он занимается в клубе «Самурай». Ему противостоит Евгений Башко из Украины, который все отборочные бои выиграл досрочно. Но в финале анапчанин его переиграл. Кёкушинкай учат держать такие удары, но по правилам поединков пропустившему немедленно засчитывается поражение. Сначала бой был равный, и, естественно, когда я, во время боя я чувствовал, где его слабые места, так скажем, нашел их, и мой тренер подсказал, где они находятся, то, естественно, я уже начал понимать, что бой я выигрываю. За моей спиной моя команда, то, что на таком расстоянии я чувствую, как мои близкие, мои родные поддерживают, и, естественно, с этими чувствами я вышел и начал преодолевать. В 31-м чемпионате Европы, который прошел в Германии, приняли участие более 600 бойцов из 24 стран, в том числе специально приглашенные сборные США и Японии. В составе российской команды были 9 бойцов из клуба «Самурай». Из них 7 вернулись с медалями. 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Не ожидали, честно. Честное слово, мы поехали для того, чтобы просто расширить свой опыт, багаж какой-то. Но не без доли везения, конечно, нам это все произошло, но... Я думаю, что это заслуженно. Я считаю, что ребята заслужили эти победы, заслужили своими усилиями, усердными тренировками, трудолюбием, потому что дети занимаются уже очень давно. Многие из них занимаются с 3 лет. Так встречали триумфаторов. Среди юниоров в весовой категории до 75 килограммов за анапчанами оказался весь пьедестал. Одноклубники на время отложили дружбу и превратились в принципиальных соперников. В итоге Альберт Овсепьян вырвал победу в финале на последних секундах. Я дрался с лидером категории, которым проиграл несколько раз и выиграл благодаря удару в голову. В победе в полуфинале я понимал, что вот заветная цель – стать чемпионом Европы, и надо сделать все, перепрыгнуть себя, чтобы победить. Здесь учат переживать и делать выводы не только из поражений, но и из побед. Каждый рассказывал об опыте, который приобрел, участвуя в соревнованиях. Карате – это не просто борьба, но и особая философия, в основе которой дисциплина и уважение. Сын Делявера Юнусова практически здесь вырос и как спортсмен, и как личность. Во-первых, человек начал вести себя немножко поответственнее, нежели его сверстники. Это уже... сказывалось даже и в классе, и на улице. А второе, у него заинтересованность в основном стала только в спорте. То есть у него он не курит у нас, не выпивает, как некоторые его сверстники. В клубе «Самурай» занимаются более 400 человек в Анапе, станице Анапской, а также Новороссийске. Сегодняшние триумфаторы вошли в историю не только клуба, но и анапского спорта. Но уже завтра им предстоит, подведя черту, работать над собой дальше. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А, Крымская 98, Амелькова 28 и Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 20 октября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов, ночью прохладнее, 11 выше 0. Ветер южный от 1 до 3 метров в секунду.
Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов. И в завершение выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.